Здравствуйте, подписчики моего канала «Киреевск Лайв». Мы сегодня находимся на улице Комарова, города Киреевска. Вот я снимал где-то в марте, наверное. Здесь такой переход интересный был. И, как я говорил, мы слепили из того, что было. Теперь смотрите, какой прекрасный сделали подъем для жителей. Да, очень. Только я хотел бы спросить у горе-строителей этих, или кто решал, а с колясками как люди должны быть? Доступная среда должна быть? Или так? Скажите спасибо, что сделали хоть такое. Потому что вы видите, рядом, это с колясками люди спускаются и поднимаются, потому что неудобно. Подумайте об этом. Теперь идем дальше. Вот такой вот сквер они сделали. Видите, спортивная площадочка. Здесь, наверное, деревья будут. Я уже говорил, самое главное, вон он, елочка у нас есть. Все Ленина засадили елочками. И здесь, наверное, прирастет. Или... вырасти здесь. Ну, интересно, конечно, решение. Вот так вот. Я не знаю, кто дизайнером был. Или правильные треугольники сделали. Или обратно подлепили то, что хотели. Видите, под наклоном идет все. Архитекторы горя это не рассчитали. Ну, ничего. Главное, слепили, оприходовали. Вот она, машина есть. Говорили о том, что уже грязно. Оказывается, дождик будет промывать это все. Посмотрим на шляпу. Ступней нет, наверное. Маш. Там еще дорожку будут делать, наверное. Вот такие качели. Видите? Как ранее мы снимали и показывали. Доска одна отлетела. Ну, главное не стащи. Она вот он находится. Уже кто-то отметился. Красиво, конечно. Сделано хорошо. Видите? Оказывается, вода будет теперь литься под мостик. А тут асфальта не хватило. Конечно, спасибо. Красиво, задумка хорошая. Но общая картинка создается о том, мы слепили из того, что было. Могут сказать также, что только вот начали делать. Понимаете, тут в чем дело? Начали делать, но мост уже сам разбирается. Тому пример, доска, которая лежит. Самое главное, она лежит уже неделю. И никому до этого дела нет. И грустно все. Спасибо.